Сегодня в программе Fashion Guide вы увидите Fulvia Maria Scavia, легендарный дизайнер-ювелир в Алматы. Год признания. Еще одну награду получила Виктория Бекхэм. Аукцион знаменательных вещей замечательных людей. На торги выставили одежду Джона Леннона, Майкла Джексона и других. Свежий видеолукбук от казахстанского дизайнерского дуэта Stan. Очередная коллекция от своенравного Дэвида Майкла. И новые звездные лица модных брендов. Каждая женщина – богиня, и даже самые роскошные камни – лишь слабая попытка подчеркнуть ее величие, считает Fulvia Maria Scavia, признанный маэстро-ювелир, ценитель и творец красоты и драгоценного сияния самоцветов. Известный мастер украшений, дизайнер бренда Scavia, посетил Казахстан. На творческом вечере в Алматы мэтр лично пообщался с казахстанскими модницами и рассказал нам о вековых традициях модного дома Scavia. Scavia бренд is a brand. Бренд Scavia существует более 100 лет. Я основал его, мой дедушка, затем компанией владела моя мама, потом я. 2 года назад мы отпраздновали столетие Scavia в Милане. Мы делаем все наши украшения у нас дома, на нашей собственной фабрике. После продаем все украшения по всему миру. Мы отличаемся креативностью и нововведениями, которые придумываем сами. And we sell directly our jewelry throughout the world. Потомственный ювелир Fulvia Maria Scavia – один из главных революционеров в области дизайна украшений. Драгоценности в его исполнении – высшее проявление ювелирного искусства, считают многие эксперты. В одном изделии он сочетает рубины, бриллианты, жемчужный бисер и несколько видов металлов. Особенно, мне кажется, интересным его подход к работе с цветными камнями. То есть это та большая тройка, великая тройка – это рубин, сапфир и изумруд, да, я их назвала по, вот именно по градации, скажем так, их и стоимости, и редкости, да, то есть у него каждый, с каждым камнем связана какая-то невероятная философия. Для казахстанских дизайнеров, байеров, стилистов встреча с именитым мастером стала драгоценной возможностью получить порцию вдохновения и ближе познакомиться с мировыми ювелирными традициями. Современность смешана, да, с какой-то такой историей. Ну и, конечно же, камни потрясающие. Я большой любитель красивых камней, цветных особенно. Ну и вот в Scavia, я думаю, что это лучшая коллекция просто. В новой коллекции Fulvia Maria Scavia выбрал самые разнообразные формы. Это и нитки драгоценных камней, сплетенных друг с другом, и лаконичные конструкции, и даже интерпретация животных. Из материалов – его любимые рубины, а также самые ценные изумруды колумбийского происхождения. Сапфиры, топазы и, конечно, бриллианты в сочетании с золотом и платиной. Одним словом, украшения класса люкс. Совсем недавно Виктория Бекхэм принимала поздравления как лучший предприниматель Британии. И вот она вновь удостоена награды. Теперь за заслуги в области благотворительности на 5-м ежегодном вечере, который устраивает Ева Лонгория в Лондоне. Это огромная, огромная честь для меня. Вы знаете, когда я первый раз посетила Африку в этом году, эта поездка изменила меня. Она изменила мое ощущение себя, помогла понять, кто я и что я хочу сделать для того, чтобы помочь людям. И я до сих пор не знаю всего того, что я могу сделать, но я хочу действовать, и я учусь тому, как это делать. Это всего лишь начало моего пути, путешествия, к которому я готова. Мне 40 лет, и я готова отправиться в этот путь. Все знают Викторию как модницу и фэшн-икону, а я думаю, что людям следует узнать и другую ее сторону. Она удивительная, заботливая, веселая. И та огромная работа, которую она делает в области благотворительности, достойна аплодисментов, потому что она меняет мир в лучшую сторону. В моей семье моя сестра нуждается в специальном уходе. Она родилась умственно неполноценной, поэтому мы вовлечены в подобную работу всю свою жизнь. Но это оказалось удивительным приключением для меня – развить этот опыт в нечто большее. Напомним, что недавно Виктория Бекхэм стала послом доброй воли Организации Объединенных Наций по борьбе со СПИДом. Теперь она участвует в работе, направленной на устранение передачи ВИЧ-инфекции новорожденным и помощь заболевшим женщинам. Боже мой, работа, которую она делает, просто потрясающая, особенно в области защиты населения от СПИДа. Кто-то борется с торговлей людьми, и я понимаю, что все социальные проблемы взаимосвязаны между собой. К сожалению, совсем молодые девушки вовлекаются в занятия проституцией, в результате чего оказываются ВИЧ-инфицированными. И это очень хорошо, что такие люди, как Виктория Бекхэм, которые полны решимости, у которых есть влияние в обществе и сильная позиция, привлекают внимание общественности к таким проблемам. Это настоящая удача.
Платье из гардероба Мадонны, ранее использовавшейся звездой поп-сцены в качестве сценических костюмов, а также те платья, которые певица носила в повседневной жизни, очки Джона Леннона, когда-то хранившиеся в ящике с нижним бельем, и сценические костюмы поп-короля Майкла Джексона. Это всего лишь несколько лотов аукциона, прошедшего в Беверли-Хиллз. На торги было выставлено более 700 подобных звездных вещей. На этом аукционе мы планируем представить около 70 предметов, ранее принадлежавшим членам поп-группы Beatles. Есть лоты, ранее являвшиеся собственностью Элвиса Пресли. Также мы представим около 40 лотов, когда-то принадлежавших Майклу Джексону, который до сих пор считается королем поп-музыки. Также у нас есть потрясающий выбор от участниц бэнда Heart N и Нэнси Уилсон. Количество лотов достигает 100 предметов. Аукцион «Иконы и идолы рок-н-ролла» проходит в Беверли-Хиллз ежегодно. На аукционе были представлены предметы, ранее принадлежавшие 40 знаменитостям. Один из самых знаковых экземпляров – знаменитые очки Джона Леннона. Джона Леннона всегда можно было узнать по его очкам. У нас есть отличный экземпляр – пара очков знаменитого музыканта, предварительная стоимость которых составляет от 20 до 40 тысяч. Именно эту пару Леннон отдал дизайнеру в лондонском клубе «Эдди Лайв» в 1960 году, и она хранила их в ящике с нижним бельем с тех самых пор. Это чудесная история, которая связана с одним из наших лотов. На аукционе также были представлены предметы, ранее принадлежавшие Леди Гага, Шер, Бритни Спирс, Уитни Хьюстон и участницам группы Heart, сестрам Энн и Нэнси Уилсон. Казахстанские дизайнеры в поисках идей не ограничиваются чтением книг или просмотром новых фильмов. Дизайнер Ольга Стан черпала вдохновение для новой коллекции в природных стихиях. Ветер стал главным героем коллекции сезона весна-лето 2015. На этот раз Ольга не просто поиграла с цветом ткани и декором, но и умело использовала различные фактуры и сложный крой. Каждый образ коллекции рассказывает свою историю, которая не заканчивается, а продолжается в следующем луке. Отличительной чертой и прекрасной новостью для поклонников отечественных дизайнеров также стало наличие мужских образов свободного кроя. Вместе с дочерью Татьяной Ольга решила презентовать коллекцию созданием фэшн-фильма, который не просто передает настроение и основную идею, но и показывает одежду в движении, буквально предоставляя зрителю возможность почувствовать дыхание того самого ветра, вдохновившего Ольгу и Татьяну на создание коллекции. Дизайнер Дэвид Майкл уже не один раз доказывал, что одежда, которую он создает, отличается особым характером и настроением. Майкл, который не имеет специального образования в области дизайна, создает одежду для настоящих крутых девчонок, которые не поют дифирамбы всему, что им нравится. Кстати, именно этим фактом дизайнер объясняет довольно низкую степень известности и растиражированность своего бренда. Куртки, жакеты, рубашки и небрежные кардиганы в компании с юбками Макси и широкими брюками, эффектно подвязанными на талии. Вот одежда для настоящих трендсеттеров, которые задают тон уличной моде. Новая компания бренда все так же основана на легкой и слегка небрежной женственности, которая так присуща дизайнеру. Манекенщица Кендалл Дженнер стала новым лицом Estée Lauder. Косметический бренд известен своим умением выбирать лучших моделей для представления новых продуктов компании. На этот раз выбор пал на восходящую звезду модельного бизнеса Кендалл Дженнер. По мнению представителей бренда, Кендалл Дженнер сейчас одна из самых перспективных моделей и способна привлечь новую аудиторию в число поклонников косметической марки. Сама Кендалл считает, что представлять косметический бренд такой величины – это большая честь и просто огромная ответственность. О том, что она стала новым лицом компании, Дженнер узнала во время участия в Парижской неделе моды. Представители марки не просто остались довольны своим выбором, но и объявили Кендалл образцом красоты нового поколения, для которого и создаются современные косметические продукты. А вот дизайнеры немецкого бренда Slogi решили не обращаться к профессиональным моделям и сделали лицом своей последней коллекции Kylie Minogue. Именно эта австралийская поп-певица стала звездой новой рекламной кампании марки. 46-летняя Кайли стала героиней серии снимков фотографа Стивена Шоу, а также специально отснятого мини-фильма. На кадрах Minogue позирует в белье, демонстрируя прекрасную фигуру. По решению авторов мини-фильма и самой звезды, видео было показано на концертах Kylie Minogue, проходящих в рамках музыкального тура Kiss Me Once. По словам дизайнеров, именно музыка вдохновляет целые поколения, а энергия и жизненный опыт Кайли как нельзя лучше способны передать настроение и философию компании. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите следующий выпуск программы Fashion Guide, как всегда, на канале Kazakh TV.